Всем привет! Сегодня готовлю супер быстрый торт без выпечки. Готовится он очень просто и всего лишь из 3 ингредиентов. Когда совсем нет времени на выпечку, этот торт просто находка. Нарезаем шоколадные пряники. В идеале пряники должны быть свежие, тогда наш торт быстрее пропитается. В этот торт я буду добавлять вишню. Она у меня была заморожена, я ее разморозила. Она мне слишком кислая, поэтому я добавлю немного сахара. Устилаем посуду, в которую будем формировать торт, пищевой пленкой. Первым слоем укладываем пряники. Промазываем сметаной. Сверху выкладываем вишню. И так поочередно укладываем все слои. Накрываем наш торт пищевой пленкой и убираем в холодильник на 5-6 часов. Я оставила немного нарезанных пряников, которые я сейчас измельчу в крошку, и будем посыпать ей торт. У меня прошло 5 часов. Снимаем пищевую пленку и перекладываем торт на тарелку. Посмотрите, он и без украшения получается очень красивый. Но все-таки немного украсим. Верх смазываем сметаной. А теперь присыпем крошкой. Сказать, что этот торт вкусный, это, наверное, ничего не сказать. Он очень вкусный. И я просто рекомендую, обязательно попробуйте, приготовьте. Вам очень понравится. Как я уже говорила, если вишня у вас кислая, то добавьте немного сахара. В общем, пробуйте, готовьте. Пряники здесь совсем не чувствуются. Торт получается очень нежный. Но, не знаю, это просто вкуснотища. Все, спасибо, что были со мной. Если вам понравилось, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на мой второй канал, где я готовлю быстрые и простые рецепты. Ссылку я оставлю под этим видео. Все, спасибо, что были со мной. Всем пока-пока!